Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. На календарі 31 жовтня, вівторок, і традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Ну що ж, після погромів, заворушень в Махачкалі, Дагестан та інших регіонах Росії, Путін зібрав екстрене засідання з силовиками, проговорив дуже всього багато, але в тому числі, пане Романе, напевно, вони дивляться наші зведення, тому що Путін сказав наступне, що в заворушеннях в Дагестані замішані, звісно ж, українці і західні спецслужби. І лично Бандера, скоріше всього, от він не сказав, що не просто бандеровці, лично Бандера давав указання виконувати бойові задачі. По Дагестану. Россияне – это очередной рязанский сахар, так называемый. Это российские спецслужбы создали проблему и повесили ее на Украину. Или, по крайней мере, часть на Украину. Так же самое, как в свое время российские спецслужбы подорвали десяток домов, десятиэтажек, и только в Рязани их поймали, когда они делали закладку гипсогена под очередной дом. А Патрушев их потом вытаскивал, сказав, что это не сахар закладывали под дом, потому называется рязанский сахар. А потом все подрывы повесили на чеченцев. Вот та же самая картина и здесь. Российские спецслужбы организовали что-то типа погромов и пытались повесить это на украинские спецслужбы. Но о российских следах все прекрасно знают. Ну а Путин, когда начал это еще и в эфир говорить, они просто спалились, используя даже уже Верховного Главкома для выполнения такого рода задач. Пане Романе, як ви вважаєте, чи оці от заворушення в Дагестані, вони можуть далі мати оберти на інші регіони, чи це таке от миттєве, локальне, яке силовики передусять в Росії і забудемо? Воно може бути розійтись. Діло в тому, що росіяни, як завжди, особливо спецслужби, преувеличують свою значимость. Діло в тому, що вони после того, как запускают такого рода операции, в них обязательно проходят стычки между населением той местности, где проводится операция, и спецслужбами. Очень быстро россияне почему-то появились и начали скручивать людей, то есть скорость реакция очень большая получилась. То есть, значит, они ждали, знали и раз готовили сами и готовились задушить этот момент. То есть на Кавказе недовольство такого рода. А раз так, то они могут просто не рассчитать силы, и вот эти стычки, они разрастутся, уже забудут саму причину, как всегда это бывает. Причина одна, а потом уже за счет стычек с силовиками уже другая причина, уже причина силовики. И этот процесс может разрастись по всему Кавказу. С Кавказа начнется развал России. Может, мы сейчас наблюдаем как раз вот такое начало развала Российской империи, причем инициированный с самими российскими спецслужбами. Сами себе в колено выстрелили, называют. Ще поговорим по лінії бойового зіткнення сьогодні, але, пане Романе, по гучних заявах. От міністр оборони Росії Шойгу сказав наступне. Я процитую, що він сказав. Словом, Росія готова до переговорів. Але тут нові вніс він деталі. Власне, на випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах. Як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом. Тут з'явилися такі слова, як співіснування із Заходом і постконфліктного врегулювання. Раніше цього вони не говорили. Чи реально Росія дуже зараз потребує цих перемовин, перемир'я і благає про те, що потрібно, ну, на їхню думку, зупинити протистояння, бо в них немає ресурсу? Это то, что мы с вами говорили в течение двух недель. Путін, у нас даже видео очень много есть. Путін, то есть просит перемирия и молит о остановке боевых действий. Они не вытягивают общий фронт. Вот смотрите, в начале года они организовывали в сутки 150-170 атак. 150-170 могли организовать по всей линии фронта. Сейчас, так это вот в начале года, там 9 месяцев назад. А сейчас они организовывают в сутки 30-40 атак и не более того. То есть они сдулись по всем параметрам, пытаются где-то локально, допустим, в районе Авдеевки, как-то давить для того, чтобы
попытаться, почему и, кстати, Авдеевка, они хотели к этому воежу Шойгу в Китай и этому его заявлению о мире предполагаемом, хотели окружить Авдеевский гарнизон и как раз расторговать его за мир, за остановку боевых действий, за выпуск нашего гарнизона из Авдеевки окруженного. Та же самая картина, как в свое время была возле Дебальцевского котла и Минска второго. То есть вот то же самое должны были сделать. То есть, ну, они, самое интересное, Шойгу-то прокукарекал в Китае, а там называется «Хоть не расцветай», а в российские войска так и не взяли Авдеевский гарнизон в окружение. Потому его сейчас заявление еще больше похоже как раз на вот такую мольбу о прекращении боевых действий, мольбу о прекращении огня как такового. Мы так это и рассматриваем, понимаем всю проблему российской армии и ни в коем случае этого делать не будем. Почему? Потому что для чего они молят об остановке боевых действий? Им надо перезарядиться, им надо подготовить новых рекрутов, а это надо как минимум полгода для того, чтобы они вышли с новыми силами на весеннюю кампанию следующего года. Им надо полгода передышки, так называемой. И вот именно для этого и сейчас сбрасываются в эфир такие месседжи от военно-политического руководства России. А вдруг кто-то клюнет, а вдруг надавит на Зеленского с тем расчетом, чтобы он остановил наступательные действия, которые сейчас по всей линии фронта имеют положительную динамику. Да, мы обороняемся в районе Авдеевки, но там мы наступать на данный момент и не собирались. Это для россиянам нужен был такой прецедент. А везде по всей линии фронта у нас наступательные действия, даже в районе того же Сватова, там есть несколько занятых рубежей нашими войсками. Как раз после того, как они оттуда убрали несколько бригад, перебросили их в Авдеевку из-под Сватова, наши войска сразу почувствовали это уменьшение плотности войск российских и пошли в контратаку, заняли. Там есть положительная динамика. Та же самая картина в районе Бахмута, в районе Работино и на левом берегу. То есть у нас 4 локации, где мы продолжаем наступательные действия. У россиян не хватает сил, чтобы эти все локации остановить, по крайней мере, на данном этапе. Зараз ще про лівий берег зупинимося детальніше, там є цікава інформація для наших глядачів. Пане Романе, також ще згадаю Шойгу, тому що він сказав на цьому пекінському оборонному форумі також наступне, що начебто НАТО хоче розширити війну. Чим він це аргументує? Що НАТО і союзники розширюють свої сили в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Чи справді можна вважати, що НАТО так хоче розосередити сили Росії, чи це все ж таки просто Шойгу наганяє страх в першу чергу на мешканців Росії? Ну, к Тихоокеанскому регіону НАТО вряд ли имеет какое-то отношение. То есть это совсем другая сторона шарика, так сказать. Там другой блок, в который входит та же Австралия, то есть там совсем другой блок, и там, если расширяется военное присутствие, то в основном это американцев. Но они там присутствуют не как член НАТО, то есть не как натовская сила. Шойгу просто плохо разбирается. Ну что с оленевода взять? В оленях разбирается хорошо, в блоках тяжело. То есть присутствие американское однозначно расширяется. Сейчас проводятся учения, причем воздушные, просто летчик знаю сам прекрасно. Воздушные учения проводятся с Южной Кореей, довольно-таки серьезные. Туда Б-52 сел. Подключены авиация Японии, так как японские асы берут, можно так сказать, на прокат F-35. Там две эскадрильи, которые уже зашли с Аляски, сели в Японии. То есть вот об этом Шойгу и говорит. Только ни Япония, ни Южная Корея в НАТО не входят. Это другой блок. Потому проблемы у росіян з географії, скоріше всього, не вчили. По лівому березі, пане Романе, в нас є відео наших морпіхів. Давайте подивимося, а потім я поясню, чому ми його можемо показувати. Добрий день. Восьмий день непосильної праці. Скільки крові, скільки поту. Не без втрат, звісно, да, ми згодні, що це війна. Нам тяжко, ми хочемо їсти, хочемо пити, хочемо додому, хочемо бачити рідних, але ми стоїмо, а також двигаємося вперед. Двигаємося, щоб загнати цього ворога до себе туди в будку.
Ми любимо свою країну. Що я вам скажу, хлопці? Слава Україні, слава морській піхоті! Героям слава! Це, пане Романе, морська піхота, хлопці наші, от якщо ми глянемо на карту, відео з населений пункт Кринки, це лівий берег. Генштаб про це, звісно, мовчить. Чому вирішив це відео показати? Тому що вже мільйони переглядів, всі його бачили, всі про нього знають. Відповідно, хотів би запитатися, є повідомлення від Інституту вивчення війни, що ми вже контролюємо на лівому березі частину Кринок, а частина Кринки є в сірій зоні. На підтвердження цього хочу додати, що є зміна в керівництві російської армії, тому що Путін поміняв, власне, Дніпро, напрямок Дніпро, їхні військові, замість Макаревича поставив Теплінського. Це генерал-полковник і це уродженець, власне, Донецька. Чи справді ви вважаєте, що є проблеми на цьому напрямку в росіян? Діло в тому, що там кілька сот кілометрів Херсонського фронту для росіяни его закрыть не могут. У них это вся большая проблема. Левый берег Днепра теми силами и средствами, которые у россиян сейчас остались, невозможно удержать. Они это прекрасно знают, почему и Теплинского поставили. Для того, чтобы мобильно, а Теплинский это командующий десантурой российской, а десантники это мобильные войска, так называемые. У них даже большинство коробочек плавающие, то есть бронетехника плавающая, для того, чтобы успеть отреагировать на возможное, допустим, форсирование Днепра или создание плацдарма, расширение плацдарма малыми силами, то есть недостаток войск, вот они пытаются перекрыть вот такой мобильностью. Потому и Теплинский там появился, наш Донецкий, родился на Донбассе, и уже в его руки в крови дончан и украинцев там, наверное, тысячами. Потому сейчас его перебрасывают еще и на левый берег. Ну, долго он жить однозначно не будет. Я думаю, наша морская пехота, тем более там есть информация, была в информационном поле о том, что морпехи сейчас заходят, те, которые обучались в свое время в Великобритании, английская корона нам предоставила такие услуги по обучению морской пехоты. И, скорее всего, вот эти герои наши на левом берегу выполняют боевые задачи. Пане Романе, якщо згадувати Авдіївку, біля Роботина у нас є тактичного характеру просування. Щодо Авдіївки, про це каже наше командування, що зібрали росіяни наразі там в тилу 40 тисяч бійців, будуть продовжувати нові хвилі штурмів. Але що цікаво, вони кидають м'ясні штурми без підтримки артилерії. Це вже аналітики Інституту вивчення війни кажуть наступне, що без техніки, без арти, просто штурмові загони, непідготовлені штормзети, зеки кидають на убій на Авдіївці. Це є бажання виснажити наші позиції? Мы с вами говорили об этом. Россияне в свое время накопили сил, средств на где-то 1,5-2 недели. Как-то вот был разговор, что через 1,5-2 недели у них будет провисание по боеприпасам. Наши партизаны знают прекрасно, где что расположено. И еще и повыбивали, да, передавая эти координаты этих складов. Но они все-таки рассредоточились, и вот они отработали весь боезапас, который у них был, и сейчас вот это затишье, как раз накопление боезапаса следующего, для следующей, третьей волны, скорее всего, последней в этом году перед дождями. Если дожди где-то через пару недель начнутся, вот это последняя будет волна. Если их перетянет туда ближе к декабрю, может еще одну волну создать четвертую. Но, скорее всего, вот это последняя волна, они сейчас накапливают боеприпасы, накапливают технику, почему техника сразу не выходит. То есть они это все в накопление перевели, а бросают действительно для того, чтобы держать линию фронта в таком горячем состоянии. Они, кстати, не зарываются. То есть если они сейчас перестанут наступать, то, естественно, наши войска их отгонят на стартовые рубежи, потому они в таком режиме наступления это лучшая оборона, постоянно давят, естественно, теряя своих
людей, а это действительно живые штурмы, вернее, такой мясной штурм, живая пехота пока еще пытается наступать, попадает под огонь, отминусовываются, и дальше следующие идут. Stormjet не жалко, так как это в основном сидельцы, собранные по тюрьмам. Их используют в качестве такого давления. Но идет подготовка. 40 тысяч, конечно, это не в районе Авдеевки, это в общем районе. Примерно такое же количество войск в районе 40 тысяч, в районе того же Купянска. Но это же не в Купянске, то есть это целый район Купянск-Сватово. Тоже примерно 40 тысяч в районе того же Бахмута, такая же группировка в районе Кременной. То есть это такой стандартный набор российских армий, которые выполняют задачу на ширине фронта где-то в 100 километров. Вот они, эти 40 тысяч, имеется в виду, что это на глубине фронта, дивизионной глубине, опять же, где-то до 50 километров. Но это весь состав вооруженных сил России, они, естественно, в этом районе, они, естественно, им всем не пользуются, а выполняют задачу на ширине фронта 5-7 километров в районе Авдеевки и не более того. Но в ближайшее время готовность у них однозначно будет для выполнения штурмовых действий уже с помощью, вернее, с поддержкой техники авиации и артиллерии. Потому ждем, готовимся, мы также накапливаем свої сили, средства і боєзапас. Вчора ми з вами говорили, пане Романе, про те, що комплекси ППО були вражені російські в тимчасово окупованому Криму. І що каже спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук? Що це враження, чим воно є важливе? Тим, що вразили системи не там ближньої, навіть середнього радіусу дії, а системи стратегічного характеру. Як це можна трактувати? В районе Оленевки, именно там был удар, скорее всего, исходя из тех повреждений, которые показаны, и есть информация о 17 раненых российских бойцах. Скорее всего, это зашла в Атакамс, то есть удар был кассетной частью, а кассетники с такой дальностью у нас пока только есть в Атакамсов, 100-мильных. Она как раз туда достает с некоторых точек, потому и это ее задача. То есть почему кассетный боеприпас? Он накрывает большую площадь, накрывает пусковые установки, системы управления и, самое главное, локаторы дальней связи. Там расположены системы ПВО типа С-400 и системы загоризонтной, так называемой, локации. Это определенные системы, работают на частотах, которые могут идти вдоль слоя и возвращаться обратно, искривляясь вдоль водной поверхности. То есть вот это дальнего обнаружения, вот они там были расположены, были уничтожены, а потом через несколько часов прошли ракеты Storm Shadow. Ну, россияне говорят, 8 ракет выполнили боевую задачу по Севастопольским бухтам и по САКам, по Новофёдоровке, это аэродром. Я думаю, в течение дня будет доклад Генштаба о выполненных боевых задачах после уже контроля снимков со спутников. По авіації, яку нам мають передати, речник повітряних сил України Юрій Ігнат сказав наступне, пане Романе, що для того, аби нам повністю захищати нашу країну, Україну, нам потрібно 150 винищувачів F-16 чи разом з Гріпенами. І що цікаво, що вже через два тижні F-16 будуть в Румунії для навчання українських пілотів. Ну, уже, по крайней мере, одна группа в Соединенных Штатах начала полеты. То есть с инструкторами на самолетах, на спарках начали летать. И это уже подтвердили практически все официальные лица, в том числе и Соединенных Штатов. То есть одна группа летает там, в США, она будет уже выпускаться, скорее всего, по полной программе. И раз туда ее забрали, значит, американцы нам тоже передадут определенную партию самолетов. Сколько и как, это будет зависеть уже от политического решения Байдена на данном этапе. Но это уже хорошо, так как еще американцы взяли на себя такую функцию контроля и нашей подготовки именно авиационной составляющей. Это хорошо, потому что именно у них
больше 2000 самолетов есть, и они могут, ну, хотя бы 10% поделиться. Ну, 10 не 10, но хотя бы 5. То есть есть такая возможность. Переброска бортов в Румынию. В Румынии создается такой большой, можно так, авиационный хаб инструкторский. Там будет база, на которой будут переобучаться, переобучаться, восстанавливаться летный состав стран НАТО, европейской части его, по крайней мере. И нас туда также пригласили, то есть выполнять полеты чуть ли не в первой группе, полеты выполнять наших летчиков на переучивание. Туда перебрасываются спарки, это F-16 с двумя кабинами, одна за одной, где можно с инструктором летать, да, и часть самолетов будет с одной кабиной, то есть боевые самолеты после того, как летный состав с инструктором отлетает, контрольные полеты, потом пошли тренировочные полеты, это где-то 2 недели будет занимать. Если через пару недель, допустим, будут переброшены самолеты, и летчики наши уже начнут полеты именно на этих самолетах, то где-то к концу ноября летный состав уже первые тренировочные вылеты на боевых F-16-ах совершит, и я думаю, уж из Румынии к нам зайдут некоторые кадры, когда наши летчики отрывают колеса в боевого F-16 самостоятельно. То есть я думаю, уже к концу ноября, начало декабря летный состав начнет сам летать, ну а потом где-то месяц-полтора нужно будет для того, чтобы довести боевую готовность летчиков до выполнения боевых задач и у нас на линии фронта. Причем, если так посмотреть на географию, Румыния граничит с Украиной через речку, и перелететь самолету из Румынии в Одессе, там подлетное время, по-моему, 10 минут. Это так, тот тонкий такой намек. Можно использовать будет аэродромы в Румынии для, как минимум, подготовки и технической подготовки самолетов. То есть хотя бы ТЭЧ в технико-эксплуатационной части, их можно использовать именно румынские, а уже наши аэродромы в режиме аэродромов подскока. То есть по большому счету правильное, грамотное такое расположение, на котором мы точно будем пользоваться, и Румыния будет, я думаю, нашим таким основным центром по подготовке РАС и по эксплуатации, то есть самолета, инженерно-технической эксплуатации самолета, для которому нужны, ну, авіазавод, это точно, в Румынии он есть. Якщо говорити про кількість першу, яку нам мають передати, пане Романе, очевидно, що це буде або ескадрилія, там 12, 18, можливо 6, як декларували. Загалом, скажіть, будь ласка, така кількість винищувачів, вони можуть виконувати повноцінно якісь задачі поставлені, чи це все-таки буде, ми будемо їх використовувати якось поодиноко, боятися, аби нам їх не ліквідували? Самолет сам по себе, F-16, это просто платформа, средняя платформа для переноски ракет, вернее, ракетно-бомбового вооружения. То есть он в качестве просто платформы, это зависит, то есть его боевая нагрузка зависит от количества боевого, вот именно от того, что ему повесят. То есть от тех ракет, от параметров авиабомб, и не более того. То есть он важен для нас и набирает силу тогда, когда передается не сам самолет, или не один самолет, или там не десяток самолетов, а передается целая система управления, контроля. А это система АВАКС. И, скорее всего, почему Румыния? Дело в том, что именно в Румынии натовские страны используют Румынию как такой авиационный в этом смысле уже хаб для выполнения задач вот именно этой системы. Там висят самолеты ДРЛО в воздухе постоянно, контролируют воздушное пространство. Самолет ДРЛО – это самолет, летающий радар, который видит 600-800 километров, может управлять самолетами, ракетами, которые есть на самолетах. И вот эта система АВАКС, она в основном является ударной, а уже F-16 это просто платформа, с которой сходят ракеты, которые наводит как раз вот эта система. Допустим, в районе Румынии, если висит этот ДРЛО, он может несколько часов висеть в воздухе, он контролирует практически все воздушное пространство до Донбасса. То есть Крым, Херсонскую, Запорожскую области это перекрывается. Вот в этой связке даже один самолет F-16, он уже для россиян
является большой проблемой, то есть нанесет большие, может нанести большое поражение там много точек подвески, если полностью подвесить там до 12 ракет может висеть гроздями в том числе. То есть, а скорее всего так и будет. Почему и Румыния? То есть в Румынии аваксы и в Румынии центр подготовки летного состава украинских летчиков. Это как раз связка, она прослеживает, и скорее всего мы получим именно вот эту всю полную систему. Причем она еще может быть завязана и на наземные локаторы, которые сейчас нам передали в большом количестве. Там внутри система передачи данных тактических, Линш-16, они все локаторы сейчас на ней висят, и самолеты F-16 тоже в этой общей системе позиционирования и целеуказания. Потому в этом случае только F-16 будет большой угрозой для россиян. А сам по себе самолет – это просто железка с двигателем, летчиком и пушкой. І не більше того, причому середнього рівня тактико-технічних даних. Пане Романе, з'явилися фотографії, і їх опублікувало німецьке видання Bild, що Північна Корея, окрім того, що снарядів велику кількість передала Росії, і багато хто каже, що саме ці снаряди трішки допомогли Росії тримати фронт, також є фотографії, що перекидають гаубиці Д-30. Вони начебто дуже старі. Чи це свідчить про те, що справді в росіян на фронті проблеми із артилерією? Ну, у них проблема уже давно, где-то с полгода со стволами. Не с артиллерией как таковой, а именно со стволами. Стволы выходят из строя как раз при ударе, даже в контрбатарейной борьбе тоже повреждаются стволы. Восстановить их невозможно, их меняют. Это такой расходник, так называемый. И вот стволы, россияне стволы поскручивали со всех саушек и пушек, которые расположены на российских складах. Поскручивали для того, чтобы можно было заменить на поле боя. Ну и мы уничтожаем в сутки десятки стволов. То есть вот, по-моему, за прошлые сутки 25 стволов было уничтожено. Было и 30, и 40 в сутки. То есть у них большая недостача не только боеприпасов, а еще и пушек, и особенно стволов. Потому переброска с Северной Кореи, это было понятно с самого начала, да и мы с вами это поднимали, эту тему, что они будут просить стволы как раз, и в качестве в том числе и Д-30. Д-30 – это старая советская пушка, но она работает, это 122 миллиметр, которая выполняет боевую задачу. И при достаточном количестве боеприпасов она будет такой опасной штукой, но они быстро выходят из строя, и мы их быстро отминусовываем. И вот сколько бы ни передавала Корея боеприпасов, говорят, что им там они помогли, так где они помогли, если они в Авдеевке не могут организовать наступление с помощью артиллерии, их просто не хватает. Потому Корея, сколько бы ни передавала, она не передаст столько, сколько россиянам нужно для удержания, даже не то, что для наступления, для удержания фронта им не хватает. И Корея им точно эту проблему не решит, а тем более с помощью этих старых пушек. Дякую вам за це звернення, пане Романе. Хочу вас також привітати, тому що ми розміняли, наші Збройні Сили розміняли 300 тисяч ліквідованих окупантів. Тепер вже понад 300 тисяч, 870 за добу. Бачимо, наші хлопці працюють. Це було зведення 31 жовтня, вівторок. Не забувайте коментувати, не забувайте підписуватися, ставити обов'язково лайки і поширювати нашу розмову серед друзів, родичів та знайомих. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.